принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, да, наличности подсудимого, а также тот факт, что Егоров осуждается к реальному лишению свободы, если приходит к выводу о необходимости избрания Егорова мер пресечения и заключения под стражу. Вопрос о суде вещественных доказательств разрешает в соответствии с статьей 81 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. На основании изложенного руководства статьями 297, 292, 302, 304, 307, 309 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации суд приговорил Егора Вячеслава Валерьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 212 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 1 года 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения Егорову с подпиской о невыездном надлежащем поведении изменить на меру пресечения и заключения под стражу, взять под стражу в зале суда. Срок наказания исчисляется на вступление приговора в законную силу. За честь Егорова срок отбывания наказания временного содержания под стражу. 3 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также наказание Егорова по домашним арестам с 2 февраля 2019 года на 29 июля 2019 года из расчета произведенного в соответствии с частью 3.4 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, редакции федерального закона. Кавкаюрыл, отдыхаем на вашем приговоре. Позорище, коломенский позор. Слав, давай. Я тебя люблю. Слава, пусть все будет хорошо. Мы тебя дождемся. Свобода. Воду, воду взял? Да, воду. Я тебя люблю.